Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и я продолжаю рассказывать, как развивать бизнес в интернете. Бизнес в интернете не останавливается на соцсетях, есть еще такие штуки, которые называются рекламные буксы, рекламные площадки. И на этих рекламных площадках можно давать и нужно давать рекламу. То есть одна из площадок, которой я пользуюсь, называется AdCore. И вы можете посмотреть, что здесь вообще было потрачено 20 тысяч рублей, 20 450 рублей лично мною. Ну, заработано, конечно, намного больше. И с рефералов я здесь заработал 15 рублей. Как здесь заработать? Если вы опытный рефовод, либо у вас есть друзья, которые хотят заработать без вложений, можете смело приглашать на эту площадку. Предупреждаю сразу, что здесь ботов нет, здесь вы никак не зарегистрируете два аккаунта, ну, соответственно, если вы не примените VPN. Но этого и не нужно. То есть приглашайте друзей, они читают письма, делают серфинг сайтов, делают лайки в YouTube, дизлайки в YouTube ставят, выполняют задания, подписываются на телеграм-каналы, в Instagram подписчики здесь есть. То есть здесь достаточно широкий выбор того, что можно здесь заказать и того, что можно здесь выполнить. Вы все прекрасно видите, вот здесь вот, например, если вы рекламодатель, здесь за 50 рублей в верхней части вы можете дать рекламу. Если это чтение писем, достаточно такие цены лояльные. Сейчас мы пробежимся по ценам, вы посмотрите. Возможно, вам понравится. То есть за один переход, если это серфинг сайтов, 3 копейки. Есть здесь бонус серф, на один день вы можете дать свою ссылку, это будет стоить 20 рублей. Короткие ссылки здесь стоят за просмотр 10 секунд 20 копеек. Также есть задания, можете задания давать людям, то есть вот за компанию получается за одно исполнение 25 копеек, минимальная цена 50 копеек, то есть вот вы можете здесь задания давать, здесь можно подавать баннеры, то есть ваш баннер будет крутиться еще дополнительно. Также вот цепочка, про которую я вам рассказал, 50 рублей. YouTube обзоры. Вы можете здесь тоже достаточно один активный просмотр 3 копейки, если вы раскручиваете свой канал. Хотя не рекомендую это делать. YouTube подписчиков тоже можете накрутить. Опять же, не рекомендую. YouTube лайки, YouTube дизлайки. Ну, все здесь достаточно вот лояльно. И здесь вы все это можете заказать. Например, там 100 дизлайков у вас будет стоить 6 рублей. Есть ВК-репосты, тоже достаточно такая цена, не особо дорогая, 15 рублей за 100 репостов, ВК-группы, ВК-лайки, ВК-друзья. Вы можете тут письма кому-нибудь написать, они будут читать, варианты ответов будут выбирать, в личку можно даже отправлять письма. Вот смотрите, здесь собрано участников 301 тысяча писем придут в личку. Цена за одно письмо 50 копеек. Но это для тех, кто говорит, что у него список знакомых закончился, можете воспользоваться. Также, если вам нужны подписчики на телеграм-канал, вот здесь тоже можно заказать 100 подписчиков по 80 копеек. На 80 рублей можете заказать подписчиков. Опять же, напоминаю, что здесь нет ботов, здесь невозможно завести с одного айпишника несколько аккаунтов. Вот, смотрите, подписчиков на Инстаграм вы можете, лайки на Инстаграм заказывать. Все достаточно лояльно и цены достаточно приятные для всех. И если вы рассматриваете себе эту площадку для трафика, ну, что могу сказать? Ну, на 70-80% да, она окупает свои деньги. В любом случае, трафик вам нужен, и трафик вы можете лить. Здесь вот, смотрите, разместить рекламу, заходите. Если вы рекламодатель, если вы, например, здесь участник, вы выходите, заходите, и серфинг сайтов. Вот за один просмотр, например, здесь платят 5 копеек, 4 копейки, 3 копейки, 2 копейки, 1,5 копейки.
Самое сладкое здесь телеграм-подписчики, но сейчас на данный момент их нет. YouTube обзоры для тех, кто любит смотреть видосики на YouTube, вот тоже здесь достаточно такие цены. Ну, это для тех, кто хочет заработать без вложений, опять же. Хотя можно вот на сайты здесь баннеры прикреплены, вы можете заходить на эти сайты, и на этих сайтах, возможно, вы заработаете намного больше денег. На этом заканчиваю. Ссылка на регистрацию на этом рекламном буксе будет под этим видео. Всем удачи и всем успехов. Лейте трафик правильно.